каждое воскресенье 2 часа 15 минут мы имеем такую договоренность. Сколько мы будем иметь такую возможность, потому что каждая минута нашей передачи мы оплачиваем 150 рублей за одну минуту. Сколько у нас хватит денег, столько будем эту работу вести. Значит, а потом за иностранцами, иностранцы идут за этими за крещаями. А потом все остальные вот таким порядком пройдем через село. Понятно, брат сестра? Понятно. Все понятно. Тогда сейчас мы совершим молитву, брат Виктор помолится и пойдем все туда вперед. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за этот день благоприятный, который Ты даруешь нам. Мы верим, что Ты нам поможешь. Мы доверяемся в руки Твои и благодарим Тебя заранее. Нуждаемся в Твою помощь. Благослови всех присутствующих. Благослови братьев и сестер, которые сегодня будут заключать завет с Тобой через водное крещение. Брата, который будет преподавать. И всех нас. Доверяемся в руки Твои. Благослови наш путь, сохрани. Прославься Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пожалуйста, все вперед туда. Так, давайте в сторонку, братья, в сторонку, так, дайте дорогу здесь. Дорогу создалось. Извините, пожалуйста. Сейчас мы будем там.
Да, потише, потише, братья. Добрый день, приглашаем вас. Так далеко вы нас поймаете. Угу. Ты что, меня снимаешь? Что, не пешком буду идти аж туда, ты знаешь, как далеко еще? Ты был там? Thank you.
Вот он и сказал, да, вот он и сказал.